Доброе утро, я Кристина. Доброе утро, меня зовут Саша. Как ты долетела? Хорошо, спасибо. Далеко ехать до дома? Нет, на автобусе около 15 минут. Там нас уже ждут жена и дети. Как поживают твои мама с папой? Хорошо, спасибо. А кем они работают? Моя мама домохозяйка. Моя жена тоже не работает. Она занимается домом. А мой папа инженер. Какое совпадение! Я тоже работаю инженером. У тебя есть братья или сестры? Да, у меня есть младший брат и сестра. Брату 11 лет. Он учится в 5 классе. А моя сестра еще очень маленькая, и она не ходит в школу. Ей всего 4 года. А ваша дочь ходит в школу? Да, она ходит во 2 класс. Она любит танцевать и петь. Да, но у меня еще есть бабушка и дедушка. У тебя большая семья. А чем они занимаются? Они на пенсии. Дедушка очень любит шутить и играть с нами. А бабушка печет очень вкусные печенья. А ваши родители живут с вами? Нет, они живут в другом городе. Вот наша остановка. Пора выходить. Сейчас я познакомлю тебя со своей семьей.